Здравствуйте, хочу представить обзор. Это у меня пришел у Китель C16 Pro. Заказывался аппарат на Пандау. За 11 дней все это супер быстро, в принципе, дошло до нашей провинции. 4000 рублей он мне обошелся, $62. Цена колеблется 3800, 4500 на Пандау. На Алиэкспресс он, конечно, подороже. $75 продавец обозначил, 356 грамм. Вот так вот все это дошло в покупке. И что у нас здесь интересного? Цвета черный и фиолетовый, известный материал корпуса пластик, крышка съемная, батарея тоже съемная, тип сим-карта у нас 2 наносимки плюс microSD карта, экран IPS OGS, 5,71 дюйма, 1520 на 720, 19:9, мультитач 5 точек, процессор Helio A22, MTK 6761, 4 на 2 ГГц, 12 нанометров, видеоускоритель PowerVR GA8300, оперативки 3 ГБ LPDDR3, внутренние 32 ГБ, Android 9.0, банды, в принципе, все поддерживаются, B7, B20, B3. Аккумулятор 2600 мАч заявлен. Размеры 146,4 на 70, 3 на 9,5 мм. Основная камера на 8 мегапикселей, плюс 2 мегапикселя. Дополнительная фронтальная на 5 мегапикселей, f2.8. Есть поддержка Wi-Fi 5 ГГц. Также у нас GPS от GPS GLONASS, Beidou, microUSB, Bluetooth 4.2, OTG и индикатора нету. В такой коробке традиционная у Китель все это дело пришло. Вот какие цвета: черный, фиолетовый, у меня галочкой обозначен. И вот те характеристики, достоинства аппарата, то, что я перечислял, что здесь у нас присутствует. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри был сам аппарат, я уже его протестировал, была наклеена техническая пленка сверху. Есть мануал, где что располагается. Вот уже слева микрофон, справа динамик. Русский язык тоже есть. Гарантийные. В комплекте также идет зарядное устройство. Не брендированная, 5 вольт, 1 ампер, шнурок, USB, microUSB, здесь шильдик, Китель. Вес аппарата 155 грамм, здесь еще пленка наклеена, где-то 154 грамма он весит. Вот так выглядит сам аппарат, 5,7 дюймов экран, крышка, как на Китель C8, подобное что-то, материал пластик, по сборке ничего не хрустит, все в этом плане хорошо. Довольно тоненький по сравнению с Китель C8, приятно держать такой компактный аппарат в руке. Сверху разговорный динамик, камера на 5 мегапикселей, также расположены датчики приближения освещенности. Сверху 3,5 мм джек, слева ничего, справа качелька громкости, кнопка включения-выключения. Снизу разъем microUSB, справа динамик, слева микрофон. Сзади двойная камера, 82 мегапикселя, вспышка, сканер отпечатков, надпись Китель. Крышка, естественно, заляпывается. В комплекте идет вот такой чехол силиконовый. Все отверстия у нас на месте. Кнопки защищены. Вот крышка с защелками. Вот сам аппарат внутри. Батарейка съемная. Давайте посмотрим. Вот здесь батарея. 2600 мАч заявлено. Батарея весит 47 грамм. Две наносимки и microSD отдельный слот. Напомню, внутренней памяти здесь 32 гигабайта. Вот множество защелок, все защелкиваем. Неплохо так собран. Ну вот, аппарат у нас запустился. Давайте заодно проверим, как сканер срабатывает. В принципе, нормально. И также Face ID проверим. Ну, Face ID тоже неплохо срабатывает здесь. Ну, вот такой рабочий стол нас приветствует. Здесь, как всегда, голый Android с надстройкой от Китель. Кнопки можно скрывать. Кнопки назад, домой, меню. Если нажать на меню, у нас выходит местный диспетчер задач. Так крестиком можно все приложения убирать. Здесь в настройках можно какие-то программы сделать так, чтобы они не закрывались. Допустим, вот у нас сторонняя программа Internet Speed Meter Lite. После перезагрузки почему-то автозапуск пропадает, вот так ее запускаем. И немного похожая проблема есть у Китель K9. Какие-то программы или какие-то виджеты после перезагрузки, они не переходят в автозапуск. Их надо опять, эти виджеты, на рабочий стол ставить. Есть такая проблемка. Это у нас сейчас максимальная яркость. Давайте посмотрим, какая минимальная. Это минимальная яркость. В принципе, дисплей неплохой. Сенсор тоже чувствительный. Изначально здесь предустановлены были Google сервисы. Фото от Google. Встроенного диспетчера приложения здесь нет. Присутствует из приложений FM-радио, сканер QR-кода.
управление системой. Это вот такой встроенный диспетчер задач, приложений, суперрежим энергосбережения. Посмотрим, что такое сверху с быстрыми настройками. Режим не беспокоить, есть фонарик. В принципе, неплохо так светит. Режим энергосбережения. Трансляция подразумевается, Miracast. Есть также режим защиты глаз. Такие теплые тона. Переходит аппарат. Есть ночной режим. Вот здесь уже красноватый коричневый цвет такой становится. Можно еще добавить какие-то ярлыки. Вот у нас такой недостаток. Нет поддержки OTG и также нет у нас индикатора событий. Посмотрим, как выглядит звонилка. Русский набор имеется. При ответе абонента появляется запуск записи. Громкость разговорного динамика достаточно. Перейдем в настройки. И вот видим такие цветные иконки. Это Alcatel, сеть интернет, дополнительно сим-карты, подключенное устройство, Chromebook, трансляция, приложение уведомления. Здесь все стандартно. Батарея, уровень заряда батареи, время работы батареи. Ну, вот графика здесь не вижу. Режим энергосбережения имеется. По экрану имеется адаптивная яркость. Панель навигации. Так можно настроить. Панель навигации может быть скрыта и поменять кнопки местами. Размер шрифта. Заставка по звуку. Дополнительно улучшение звука. Усилитель громкости динамика имеется. Динамика, в принципе, раздражения не вызывает, и, я думаю, такой средний громкий звук для своей цены вполне норм. По хранилищу изначально из коробки 687 гигабайт занято из 32 гигабайт, под систему 4,9 гигабайта. Это у нас информация о том, что пользуюсь последней версией, такая версия прошивки. И так выглядел рабочий стол изначально. Пункт защиты местоположения, блокировка экрана, отпечатки пальцев, смарт-лок. В смарт-локе все стандартно, по отпечаткам пальцев можно еще добавить отпечаток. Здесь еще имеется недоперевод. К функции отпечатков пальцев разблокировать устройство. Используйте отпечаток пальца. Приложение блокировка отпечаток пальцев. В общем, для каких-то приложений можно. Также быстрый запуск ярлыков. Используйте уникальный отпечаток пальцев для запуска соответствующих коротких замыканий сразу после экрана блокировки. Также пункт дополнительно. Здесь все также стандартно. Распознавание лиц. Можно вот удалить данные, еще добавить лицо здесь нельзя. Разблокировать экран, активировать распознавание при работающем экране и активировать подсветку в темноте. Сканировать QR-код, вот такой пункт есть. Отпечатки пальцев, опять здесь недоперевод. Долгое нажатие на сканер отпечатков, это вернуться на рабочий стол. Recent task — это недавняя задача. Сделать фото или видео, либо то, либо это. Или также можно ответить на вызов долгим нажатием на сканер отпечатков. Мы также у Alcatel заморочились. Вот есть еще жест движения пункт. Движение телефонии. Переворачиваем телефон при входящем звонке. Переходит беззвучный режим. Также есть система движения. Скриншот из трех точек можно. Тремя пальцами вот так вниз делаем и делаем скриншот. Вход в камеру тремя пунктами. Также двумя точками регулируем. То есть двумя пальцами регулируем громкость вверх или вниз. Двойное нажатие для блокировки. Кнопки Home. Нажимаем два раза. И у нас происходит блокировка. Умная самотессенсорная, используется датчик приближения, плеер музыки, можно двигать, то есть переключать треки, и также разблокировка. Когда вот так вот делаем, у нас экран тоже может разблокироваться. DuraSpeed имеется пункт, помогает ускорить работу активного приложения путем снижения работы фоновых приложений. Пункт система для разработчиков, оперативной памяти всего 3 гигабайта, свободно 1,2 гигабайта. Также посмотрим на телефоне. 3 гигабайта оперативки, 32 встроенные, 5,71 дюйма дисплей. И вот такой номер сборки. Поговорим о камерах. Вот Device Info HV. Вот такую информацию нам дает по камерам. 8 мегапикселей F2.0, основная камера. Фронтальная 5 мегапикселей F2.0. Вот какие сенсоры стоят, неизвестно. Перейдем в стоковую камеру. Как видим, имеется автофокусировка. Такие режимы видео, красота, виртуальный. Используется вторая камера, режим размытия, монохром, специальность, перейдем в настройки, режим съемки, автоспуск 2,10 секунд, размер фото 8 мегапикселей, ZSD имеется пункт, баланс белого, перейдем в видео, есть настройки, режим съемки, ES,
электронная стабилизация качества видео Full HD пишет. Давайте посмотрим, как у нас работает режим размытия. Надпись Saved. Ну, как видим, опять используется вот это пятно, ореол. По краям все размазано. Попробуем то же самое в Google камере, проверим размытие. Как в Google камере все это дело работает. И довольно долго происходит обработка размытия. Усики немножко подразъела, но уже получше вот ситуация. Действительно, вот так фон размывается. Конечно, Google камера здесь получше выглядит. Давайте сделаем тестовое фото. Неплохо так снимает, я думаю, свою цену отрабатывает. Давайте перейдем к видео. Раз, два, три, раз, два, три, тестовое видео. Пишет 1920 на 1080, 3GP. Раз, два, три, раз, два, три, тестовое видео. У Китайца 16 Pro. Я думаю, пишет неплохо микрофон и громкость тоже достаточная. Так выглядит у нас передняя камера. Также имеется красота монохром. Картинка. Режим красота. Режим съемки. Все то же самое. Автоспуск 2,10 секунд. Размер фото 5 мегапикселей. ZSD. Зеркальное отображение. Посмотрим, как и в видео. Какие настройки EIS включено. Режим съемки. Качество видео Full HD. Неплохо снимает для своей цены, я думаю. Раз, два, три, раз, два, три, тестовое видео. 1920 на 1080, пишет 3GP. Раз, два, три, раз, два, три, тестовое видео. С громкостью здесь все в порядке. У Китель C16 Pro качество видео Full HD 1920 на 1080. Проверка видеозаписи. Проверка стоковой камеры. Проверка также стабилизации видео. EIS включено. У Китель C16 Pro стоковая камера. Качество видео Full HD 1920 на 1080. Проверка видеозаписи. EIS включено. Проверка также стабилизации видео. Google камера у Китель C16 Pro. Проверка видеозаписи. Проверка передней камеры. Качество видео Full HD 1920 на 1080. Проверка также стабилизации видео. Камера у Китель C16 Pro, качество видео Full HD 1920 на 1080, проверка видеозаписи. Стабилизация включена. Проверка также стабилизации видео. C16 Pro, open камера, проверка видеозаписи, качество видео Full HD 1920 на 1080. Стабилизация видео включена, проверка также стабилизации видео. Open камера у Китель C16 Pro, качество видео Full HD 1920 на 1080. Проверка видеозаписи. Стабилизация включена, проверка также стабилизации видео. Тест Antutu 65949 попугаев. Смотрим, сколько ГПУ тест набрал. 5 точек мультитач. Основная информация. Antutu 64-битный Android 9 стоит. Модель центрального процессора MT6761V WBB. Видеоускоритель PowerVR Roach GE8300. Разрешение 1520 на 720. Еще информация по системной, по внутренней памяти, по центральному процессору. 64-битный процессор. Еще информация по датчикам, информация. Основные датчики имеются, бюджетный набор, информация по AIDI,
по центральному процессору, 12-нанометровый процессор Helio A22. Информация по видеоускорителю, 5 ГГц Wi-Fi поддерживается, по батарее информация, задняя и передняя камера, еще устройство, температура, информация по датчикам, банд моды. Первая симка поддерживает 4G, 7.3.7.20 банды имеются, и вторая симка тоже самое. Информация девайса InfoHV, общая информация по центральному процессору, по системе, по памяти, по камерам, еще по камерам, по батарее информация, сенсор бокс, датчик приближения 1 см, датчик освещенности, 3D-марк, вот такие результаты. GPS-тест, холодный старт, 9.38 на подоконнике, 9.40, в принципе, шустро все словил, 15 увидел, 6 в использовании. Поддерживается ГЛОНАСС и BeiDou. Доктор Веплайт, полная проверка, 0 угроз обнаружено, вирусов здесь нету. Тест батареи, 2600 заявлено, 2300 мА показал. И проигрывание видео по Wi-Fi через YouTube, 75% яркости, 720p, 6 часов 22 минуты, в принципе, предполагаемый результат для такой батареи и процессора. Смотрим Real Racing, PowerVR Roach GE8300, видеоускоритель, разрешение 1520 на 720. Две минуты игры, посмотрим нагрев. Ну и также сзади вот уже 41.3. Модуль Combat 5. Полторы минуты игры, 43, 41 сзади, ну тоже 42. World of Tanks, настройки высокие, 23 FPS. FPS. FPS вот так вот держит PowerVR 8300 видеоускоритель. 3 минуты игры. 41.8 спереди, 44 сзади. Запускаем PUBG через GFX Tool. Разрешение у нас HD. PowerVR 8300 видеоускорителя. Вполне себе неплохо ведет с такими настройками. Наверное, есть, конечно, подлагивание, но вот HD и высокие настройки в PUBG, это, конечно, совсем другое дело.
Ну вот 10 минут игры. 44. 45 сзади. Давайте в конце плюсы и минусы. В целом мне аппарат понравился. Вот что бросается сразу в глаза, то что в принципе он аккуратно смотрится по сравнению с предшественниками, с Alcatel C8. Тоненький аппарат. Ну, конечно, здесь и батарея поменьше. Ну, давайте с минусов начнем, как всегда. Самый главный недостаток, я считаю, это батарея. 2600 заряда на 2300 мА. Тест батареи показал. Нет у нас индикатора и OTG. Материал пластик, но с другой стороны аппарат легкий получился, 154 грамма. Нагрев около 45 градусов. Если поиграть еще дольше, еще больше будет нагрев. И нагрев еще идет со стороны дисплея. Мелковат значок батареи. Это вот дело привычки, наверное. Автозапуск приложений, сторонних виджетов, то есть после перезагрузки их надо снова ставить виджеты. Какие-то вот есть непонятки в этом плане. Давайте к плюсам перейдем. Дизайн отлично смотрится, аккуратненько, компактно. Цена на Pandao считаю плюсом. Отличный сенсор, чувствительный экран. Цвета мне тоже понравились здесь. Передача тоже неплохая здесь. Также плюсом считаю, здесь нет вируса. Железо Helio A22. Соотношение цена-качество железа. В принципе, неплохо для такой цены. 3 гигабайта оперативки, 32 встроенный. Поддержка Wi-Fi 5 ГГц. Неутопленный динамик. Симпатично смотрится. Сканер Face ID. В принципе, все неплохо работает. Также в играх, если низкие и средние настройки, я думаю, плохо ведет себя. Две сим-карты с поддержкой 4G+. Отдельный слот для microSD-карты. Вот это у нас был Alcatel C16 Pro. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, будет много интересного. Всем спасибо, пока.